Давай, проходи. Я не доверять. Я отошел далеко. Левел 7, правильно. Тебе нравится? Я выбирал этот цвет потолка. Грудь на потолке, ты видишь? Блин, надо вызывать мамолога. А вот тут вторая лодка есть для тебя, бери. Леви, Богданчик. Леви, Богданчик. Богдан? Богдан? А почему? А почему? А я слышу себя, Богдан. А что такое? А что такое? О, ты вышел с лодки, этот баг прикрыл. А ну сядь в лодку, подожди. Сейчас. Сейчас я гляну в настройках. Сядь в лодку! А ну, а ну. Да, это очень странно, я начинаю слышать сам себя через игру, когда ты сидишь в лодке. Кунилингус. 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 Слышь. Ну тогда по... лодку сядь. Люля-кебаб! Люля-кебаб! Я подводка. Ты подводкой, мне кажется. Вон он, Богдан, вон он практикует. Богдан практикует. Да хватит говорить со мной, Бог! Почему Бог говорит со мной моим же голосом? А у меня сколько рук? Я не могу понять. Ты просто рулишь. И все. Йоу, спасибо, бро! Сегодня на Азовском море, ну просто, я кайфую вообще сегодня. Я кайфую, я морская шлюха. Да запомни, сучка, я люблю с лучком картошечку. Давай, опускайся, тут классная водичка, у меня тут два друга утонуло. Олег, тут все затоплено. Тут девочки смотрели наше видео. Сейчас я эту БМВ разверну, подожди, вум-вум-вум-вум. Паркуй эту грязь, вот он я, поплыли. Я часть корабля. Сейчас, она назад не очень быстро сдает. Я потом, я рыбий клитор, а где мы были, подожди. Я люблю вареники, да я люблю вареники. Олег, твой голос остался там, возле дома. Туман и бисер. Музыка какая-то для вышивки бисером. Ты слышишь эту музыку, такая напряжок. Напряжок? Это не повод для того, чтобы не посмотреть сегодня на Бога. Привет, Бог! У тебя тоже на лодке целка. Девственная плева у нашей лодочки. Богдан, не предлагай мне кусать тебя за устрицу. Что за звуки? Тут... Ты слышишь, что... Цукенберг. Ты можешь ходить нормально, Богдан! Я танцую! У меня папочка был спиралью рыбной! Это выплыв! Выплыв из уровня! Новенький дом построили... Ой, и туман рассеялся! Я отпугиваю комаров. Олег? Я Туцк! А где мы? А ты где? Я, походу, у Нептуна в Андоне. Олег, лодка туда носом уперлась. А, я вижу твои ножки, Богдан. Всплывай, прыгай. Где? А что за Титаник тут случился, ёпаный? Я еду, потом хуяк меня уже рыбные ДПСники оформляют. Гафига. Майка СГО. Алгоритм честности – конек этого сервиса. Бесконечное количество вкуснейших коробочек, постоянно обновляющиеся операции, ежедневные раздачи скинчесов. Коробочки здесь просто шмекси. Если вдруг не повезло с лутом, запихнул в контракт, забрал пушечку. Если понравилась пушечка, но хочешь круче – в апгрейдик. Есть также и сражения, где можно с другими ребятками пободаться. Авторизовывайтесь, получайте бонусы. Все это можно делать на Майка СГО с моим промокодиком в описании и на экране. О, одевать может... О, Лёнь, одеваемся! Что за биошок? Я вообще знаю, что ты говоришь! О, лампочка! А как они за коммуналку тут платят? Богдан Свастикулевич! О, воки-токи! Воки-токи, for real! Богдан, она у тебя тоже, ну такая, двойных стандартов? В руках. Я звоню алло, тебе. Алло, бля! Алло! Алло! Сейчас, блядь, кунилингус пить!
Чего? Алло. Алло. Вок-ток. Варшава, заказывали супчик. Вы охуели, что это вообще-то киевская доставка? Вы нахуя в Варшаву суп заказали? Алло. Алло. Мое имя Жабо. Я люблю вода. Алло, я Руль. Не звони мне больше, я тебя прошу, не звони мне. Алло, домофон. Не звони мне. Алло. Я тебя сейчас убью. А я не взять хванар. Ну все, stick together, please, пожалуйста, тогда. Я вас обмануть, у меня... Butterfly! Фрэнк Синатра? Не звони мне! Не шумить, глав. Ну куда ты сейчас звонишь, блядь? Человек спит, спит, мужчина! Грибы, как на заставке Windows XP, помнишь? Нет. Пока. Ответь! Вот тут у нас большой-большой мух. А знаешь, откуда берутся большие-большие мухи? Я так и не узнать, бля. Ну, когда большую какашку человек выкакивает, прилетает маленькая муха с документами, съедает ее, и все, становится большая какашка. Ты не знал? Это же математика. Муха-лох, муха-лох. Муха-лох. Муха-лох, ха-ха, муха-лох. Нихуя сиськи у мухи, ты видел? Мы под молочной железой у скалы, потому что, смотри, сочится сися сверху. Можно мне молочка сюда, вроде. Это надо собираться, нет? Олег. Это я хочу себе нового парня на лето, на лето. Нового парня на лето. Ай-яй-яй-яй. Уи. Птичка гей, птичка гей. Не звони мне больше. Алло, пожалуйста, мне никогда. Чиполлино и большой швебагум. Да? Да, швебагум с начинкой из крупы. Знаете, что я могу вам сказать? Я у вас заказывала колодки недавно на мальчика. Приехали сандали на скотину. Это что такое? Я побежал. Это знак, это не может быть ловуха. Это не... Ловуха. Бля, похоже на ловуху. Тут что-то написано. This is bridge must be for centuries. I wouldn't put too much stress on it. Богдан говорит без стресса. Я человек оптимистичный, подо мной он не лопнет. Просили вообще идти тебя? Я попрыгать на ямах. В натуре баунти. Не подходи ко мне! Не подходи! Комедия. Давай, проходи. Я не доверять. Я отошел далеко. Давай я тебе принесу сейчас и скину фонарик, рацию и водичку. Сейчас, передач. Комедия. Просто медленно идешь, и мост не валится, пон. Правда, нифига себе, Ляня реально ходит, туда же прыгать могу. Вот это вот я бы не советовал, конечно, тебе делать. О, а ну стой, выключи фонарик. Вот бара, это не бара, он! Бара, 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 бля! Бара! Бля! Бара, бара! Он за тобой пошел! Богдан, алло! Алло, Богдан! Алло, алло! Это ты, Богдан? Ого, это мне Богдан. Я просто люблю. Бля. Позвоночник! Позвоночник! Мяу, мяу, мяу. Позвоночник. Пока, Олег. Я тут иду! Фонарик. Я иду, идет. Стой! Я иду! Богдан, я иду! Богдан, ну, заходи. А чё это ты раскинулся здесь, Богдан? Ты его убил? А-а-а. До свидания. Где мой фонарик? Ты его не взял? Я взял. Давай не шумно, давай не шумно. Нет, нам нужно стамину. Стамину.
Ай, я пойду нахуй. Я тебя сейчас... Алло. Ты можешь дослушивать, когда я обращаюсь к тебе, а не убегать, как всратый. Богдан Нагука пытается исчезнуть из этого мира. Фото не то чтобы в цвете, но... Вот так вот, ребята. Очень интересно, куда он тут... О, я возвращаюсь. Я не прошел этот дресс-код в раю. Меня назад вернули. Но я вниз полетел. О, я вернулся. Из-за того, что я один раз вот тот комментарий на форуме инвалидов оставил, не пустили меня. Он же ж не может зайти. Эй, пенис. Мама хотела девочку, поэтому порвала Егора почти напополам. Смотри, смотри, я сейчас самбу буду делать. Ла-ла. Мне так нравится, как ты ходишь, как будто это брелок ебучий, а не бензопила. Я такая маленькая девка с маленькой писькой. Конверсы. Где стелька для плоскостопий, я не могу понять. Блин, мы такие умные, Богдан. Любой, любой пример, любой мне пример. 27 умножить на 15. Я тебе говорю, мы умнейшие. Я набрал очень много воды. Олег, я отравился, красная жидкость ху... А, да? Ты поздненько сказал! Юрий, 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 Юрий! Богдан, я в тюрьме! Начальник! Алло! Еба! А ты куда? Он реально не успел тебя схавать. Я не понимаю, что за симулянт. Как так нога хромает у него. А как бежать за смаченьким попелом? Так нет. Ну, ты вылезешь из дырки этой или мне нет? Мне страшно. Вылазь. Мне страшник. Богдан, вылазь из норочки. Не очень страшник. Вылезь из норки, Богдан. Если бобр багл вылазит из норки, лето будет теплым. Lock the doors behind you. Надо закрываться, Олег, а то помрем. Никого нету. О, Богдан, смотри, я в 6 классе была на самом деле Ольгой. Но сейчас меня знают под простым псевдонимом Толик Рубила. Встретились как-то любители League of Legends и Call of Duty. Сори, извини меня, я должен взорваться. Олег? Ой-ой-ой, Олег, там пиздец. Да я справлюсь. Олег! Что? Мужчина, подождите. Я между... Я пришел Windows устанавливать. Смотри, здесь люди только переехали сюда. Аж как тут нарушить интерфейс? Понятно. В целом, я могу понять их. Кто переустанавливает Windows в 2 часа ночи? Мой мармеладный, я не права. Майкл Джексер. Попробуй, шме, шме. О, тут уже лянь, террасочка такая. Это может шашлыбасиков захренячим. Открываем дверь, смотрим, что... Мне очень сильно нравится. Что же увидеть? Он бежит за мной, я выходить на улицу. Я закрыл его. А, тут проход. Он не ходит на террасу, кстати. Давай, Стасик, у тебя почти получилось. Ты почти на улице, смотри. Солнце светит. Олег? А? Ой-ой-ой-ой. За двором все-таки это еще его государство, мы выяснили. Ну смотри, это... зато в качестве своего резюме как врача я помог человеку выйти, переоборот страха, побороть. Че, блядь? Нам бы теперь еще к логопеду дружно записаться. Так, здесь у нас стирал. Он бежит, он очень бежит. Я не могу перепрыгивать. Занято. Что значит пусти? Я первый зашел в туалет. Имейте совесть. То, что мы спим вместе, и ты видел мою жопу, не значит, что я теперь должен твоей маме что-то. Бля, секси, красавчик. Плечи от папы достались. О, это помнишь, как в Breaking Bad, когда они варили мед, они приезжали к людям на дома и делали вот такую же штуку. Я хэдкраб. Я прыгаю. Олег!
Я собачка. Как ты это делаешь? Это тот Виталик. Это тут монстряк, да. А, ты прикинь, мы только-только винду ему перебили и инфаркт его бацнул. Ты прикинь. Смотри, знаешь, как под стаканчиками, найди где шарик. Сейчас будешь искать, в каком из них я. Давай, выходи. Выходи. Давай, давай, давай. Давай. Где же Олег? Ивана. Найди меня, блин. Выходи. Вот он, блин, Богданчик, вылазь. Ты просто посмотри, как... Тихо, тихо, я на стажировке. Зрачки, свет не реагируют. Все правильно делаю? Пяточки. Нихуя себе. Гитарист, походу. Смотрим. У-ху, опа! Попался! А что такое лошок? Где-то на закладке. Он не может на крыльцо зайти, кстати. Очень милая штучка. Думаешь? Да. Чья-то близорукость убежала, Богдан. Блин, это он... Блин. Очень милая штучка. Поля, Богдан. Вихихи, найди меня в полях. Ёб твою. Богдан? Богдан? Бобби? Богдан? Богданий? Баги? О. Кино? Катсцена? О май гад. Нам это сейчас что, все бежать? Нам это все не бежать. Витаю, пани Топанове, Пусси и Пенисис и другие замечательные обитатели этой земли, конечно же. У Богдана на канале, кстати, есть VR-версия всего происходящего. Я какой? Я виртуальный? Скажи. О, ничего себе. Мы там объелись жгучего перчика и чуть не обрыгались. Богдан, у меня теплеет в ушах. Хорошо, что не в жопе. Очень плохо, Ханикс? Советую посмотреть, конечно же. 70 миллионов подписчиков на канале. Я не ожидал. 3 недели потребовалось, чтобы собрать такое количество людей на канале. Круто это, конечно. Но с большой крутостью ложится большая ответственность. Правильно я понимаю? На самом деле, спасибо всем, кто тут с самого начала, кто тут недавно. Двигаемся дальше. Что я могу еще сказать? Но мне всегда есть что сказать. Я могу сказать, подписывайтесь. Нажимайте пальчик этот обоссанный вверх. Комментарий свой оставляете. Тиктоки делаете. Да-да, можно, можно. И колокольчик нажимаем. Колокольчик. Всех легонечко так подкидываю и целую в anal.